Это актуальный вопрос для России, потому что Европа сейчас стонет из-за количества мигрантов. Вы думаете, России тоже это грозит? Я думаю, что это очень опасная тенденция, которая появилась в европейских странах. Толпы мигрантов, которые толпой идут с детьми, с малолетними детьми, никто с них стрелять не будет, никто не будет их скручивать, потому что это тысячные толпы. И это очень опасно для сегодняшней России. У нас есть ряд границ, которые могут быть достаточно прозрачными и достаточно опасными для проникновения больших количеств мигрантов. Я думаю, что сами по себе мигранты, может быть, и не так опасны для России, потому что мы все-таки очень большая держава с огромными площадями, и есть даже пустые города стоят. Не это страшно, другое дело, чем занимать. Но вместе с мигрантами, к сожалению, могут проникать в Россию огромное количество и преступных элементов. Элементов, которые связаны и с международными преступными группировками, с криминальными группировками и с террористическими организациями. Вот здесь это самый опасный элемент. Можно ли с этим бороться? Конечно же, лучшая борьба – это выявлять опасные моменты до начала прихода, то есть понимать, где могут произойти такие вещи. Я думаю, что специальные службы сейчас этим занимаются, но этого мало. Государство должно быть готово в любой момент столкнуться с такими же проблемами, которые сейчас столкнулась Европа.